Во-первых, в строках разрешите поздравить с профессиональным праздником тех, кто обычно сам всегда и для всех устраивает праздники. Поет и танцует для нас, позволяет насладиться красивой музыкой, развивает творческие способности у наших детей, хранит культурные ценности, образовывает нас, не позволяет оставаться невеждами, объединяет рассказовцев на массовых городских мероприятиях и народных гуляниях. 25 марта – День работников культуры. Поздравляем людей, которые выбрали своей профессией любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений. Предлагаем сегодня дать работникам культуры немножко отдохнуть. Поменяемся с ними местами. Пускай они сидят в зрительном зале, ну а мы будем творить на сцене. А на большом экране у нас сегодня кино, снятое в нашем городе. Главные роли исполняют жители, которым пришлось пройти наш занимательно-статистический кастинг. Вот как это было. Сначала мы искали исполнительницу главной женской роли. Нужно было изучить ее характер и внутренний мир. А впрочем, пусть она сама все о себе и расскажет. На какой цветок вам хотелось бы быть похожей? На розу, она красивая и колючая. Одним словом, королева. На цвет папоротника, никто его не видел, но все ищут. На эдельвейс, он достанется только самому достойному и отважному. На розу, она красивая и колючая, одним словом, королева. Какой вид отдыха является для вас самым любимым? Купание в море, увлекательные экскурсии по городам и музеям. Верховая езда, экстрим, походы в лес или горы? Походы в лес или горы. Если бы у вас не было ограничений, какое животное вы хотели бы завести? Лошадь, она такая красивая. Можно было бы всерьез заняться конным спортом. Кошку, обожаю своенравных мурок. Обезьянку, было бы интересно наблюдать за ее проделками. Обожаю кошек, а их все, честно, обожаю. Я их очень люблю. Какому парню отдадим предпочтение? Дерзкому, азартному и смелому, со спортивной фигурой. Веселому и умному, с которым всегда интересно поговорить. Красивому, романтичному, воспитанному и галантному. Дерзкому, азартному, смелому, со спортивной фигурой. Вот и определился у нас образ исполнителя главной мужской роли. Смелый, дерзкий, спортивный и все такое. А что еще? Продолжаем поиск главного героя. Как вы относитесь к риску? Обожаю рисковать, потому что без риска жизнь пресная, как еда без соли. Могу рискнуть только в рамках разумного. Рискну только ради настоящей любви. Могу рискнуть только в рамках разумного. Куда бы вы отправились путешествовать с большим удовольствием? В одну из стран Африки, чтобы принять участие в увлекательном сафари. На уютный островок в Тихом океане, где полная тишина и много экзотики. Изучать старинные замки Франции. В одном из стран Африки, чтобы принять участие в увлекательном сафари. А что такое сафари? Далеко знает. В какой из этих миров вам хотелось бы попасть? В подземный, чтобы посмотреть, какие сокровища там спрятаны. В подводный, чтобы полюбоваться красотой морского дна. В космический, чтобы ощутить, насколько он опасен и недосягаем. В подводный, чтобы полюбоваться красотой морского дна. Ну а теперь нам остается определиться с финалом. Конец у фильма должен быть непременно счастливым. А что такое счастье? Опрошенным в интернете мы предложили продолжить фразу «Счастье – это…». «Счастье – это когда тебя любят», – ответили 9% рассказовцев. «Счастье – это когда нет проблем», – заметили 12%. 14% подтвердили, что счастье – это когда ты имеешь все, что хочешь. И по мнению большинства, счастье – это когда ты и твои близкие не болеют. Авторы других ответов добавили, счастье – это когда люди ценят друг друга, любят друг друга. Счастье – это любимые детки. А еще счастье – это когда много еды плюс свобода. Итак, пусть в нашем фильме все будут сыты, здоровы, любимы и свободны. Главную героиню зовут Роза. Она королева, поэтому красивая и чуть-чуть колючая. Обожает кошек и любит гулять в лесу. Однажды на одной из таких прогулок она повстречала его. Дерзкого, азартного, смелого, со спортивной фигурой. Но он ее сразу предупредил, что рисковать ради настоящей любви не станет, потому что рисковать нужно только в рамках разумного. Поэтому потащил ее в Африку, чтобы поучаствовать в увлекательном сафари. Но закончилось все весьма романтично, в подводном царстве, где они 30 лет и 3 года вместе любовались красотой морского дна.
Благодарим всех за участие в нашей программе, желаем удачи и ждем вас на нашем сайте в интернете. До встречи!